Диспансеризация взрослого населения – это возможность проверить свое здоровье. Все услуги, связанные с проведением этого медицинского мероприятия, бесплатные. Граждане, достигшие 18 лет, могут пройти обследование на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. На сегодняшний день у нас в нашей поликлинике прошли диспансерный осмотр более 3000 человек. В ходе диспансеризации выявляются хронические неинфекционные заболевания, в частности заболевания сердечно-сосудистой системы. На их долю приходится более 30% от осмотренных лиц. Также в ходе диспансеризации выявляются такие неинфекционные хронические заболевания, как болезни органов дыхания. Около 3% от всех осмотренных – это онкологические заболевания. Диспансеризация – важное и полезное мероприятие. И все больше людей к нему относятся с пониманием. Когда проходишь обследование в поликлинике ежегодное, ну, по крайней мере, заставляют ежегодно, а там люди ходят. Я, по крайней мере, не был лет 5, наверное. О чем жалею. Вот. Но зато выявляются болячки всякие разные. Это очень важно, да. Особенно вовремя. Диспансеризация – это очень важно, так как можно узнать о своих болезнях и как их потом лечить. В 2016 году стартовал по губернаторской программе «Единый день диспансеризации», который проходит по субботам один раз в квартал. Это создает дополнительное удобство для жителей. В третьей четверти этого года он пройдет в Видовской поликлинике 20 августа. В этот день можно пройти диспансеризацию с 8 часов до 15 часов. Будут работать все службы. Желательно прийти натощак, обязательно иметь при себе документы, полис, паспорт. Единый день диспансеризации 20 августа пройдет в Видновской поликлинике по обслуживанию взрослого населения. Телефон для справок 8 495 541 4001. Найдите время убедиться в том, что вы здоровы. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.